Приветствую всех на своем канале. Сегодня делаем довольно-таки простой в приготовлении домашний, уютный шоколадный тортик. Мне он нравится тем, что благодаря пропитке и негустому крему торт получается не только очень шоколадный, но и влажный. Также в его вкусе присутствует оттенок кофе и специй, которые я добавляла в кофе. Так что если вы любите влажные мега-шоколадные тортики, то этот рецепт вам точно понравится. Что нам потребуется для приготовления шоколадного бисквита, вы сейчас видите на экране. Яйца должны быть из холодильника. Итак, готовим. В абсолютно сухую обезжиренную чашу отделяем белки от желтков. Обращаю ваше внимание, посуда должна быть абсолютно сухой. Теперь начинаем взбивать белки с щепоткой соли. Сначала на маленьких оборотах, а когда появится хорошая пена, увеличиваем скорость миксера до максимальной. Взбиваем до густой пены. Теперь понемногу, частями, вводим сахар, не переставая взбивать белки. Когда сахара останется где-то 1/3 часть, начинаем по одному добавлять желтки, чередуя их с оставшимся сахаром. В итоге у нас должна получиться вот такая густая, устойчивая яично-сахарная масса. Теперь в муку просеиваем какао-порошок и добавляем разрыхлитель. И хорошо все это перемешиваем. В яично-сахарную массу понемногу просеиваем муку с какао и разрыхлителем. И уже вручную, аккуратно, в одном направлении перемешиваем, стараемся, чтобы наша масса не осела. Так постепенно вводим всю муку с какао и разрыхлителем. Если масса немного осядет, то это не страшно. Мы специально добавили разрыхлитель для дополнительного подъема теста в духовке. Теперь понемногу вводим в тесто растопленное сливочное масло и окончательно все хорошо, но очень нежно и аккуратно перемешиваем. Берем форму. У меня форма диаметром 23 сантиметра. Застилаем в ней только дно бумагой для выпечки. Если бумага с антипригарным покрытием, то смазывать ее не нужно. Бока формы не смазываем, чтобы тесто по ним не съезжало вниз. Выкладываем тесто в форму. Слегка разравниваем. Ставим форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут на средний уровень. Я включаю оба тена и конвенцию. Готовность бисквита, конечно же, проверяем зубочисткой. Дадим бисквиту полностью остыть в форме, а сами займемся кремом. Для его приготовления нам потребуются продукты, которые вы сейчас видите на экране. Это будет обыкновенный крем из сливочного масла, сгущенки и горького шоколада. Размягченное сливочное масло слегка взбиваем миксером до мягкого, пышного состояния. Теперь кусочком темного шоколада добавляем немного сгущенного молока и в микроволновой печи небольшими импульсами растапливаем. К растопленному шоколаду добавляем оставшееся сгущенное молоко и хорошо все размешиваем. Теперь частями вводим смесь из сгущенки и шоколада в сливочное масло, размешивая миксером все до однородного состояния. Должен получиться вот такой негустой крем, который отлично впитается в бисквит и придаст ему влажность. Уберем его в холодильник и подготовим бисквит к сборке торта. Остывший бисквит вынимаем из формы. Посмотрите, как он поднялся. Разрежем его на 3 коржа. Я это делать буду с помощью нити, вот так. Делаю надрезы ножом по бокам бисквита и в эти разрезы прокладываю нить. Протягиваю нить через бисквит, перекрестив концы нити между собой. И посмотрите, какой пористый у нас вышел бисквит. Также делим еще оставшуюся часть на 2 коржа. Видите, какие тоненькие коржи можно сделать, разрезав их нитью. Неровность верхнего коржа я выравниваю ножом и начинаю сборку торта. На подложку выкладываем первый корж и сначала пропитываем его сладким кофе со специями и коньяком. Если коньяк не хотите добавлять, то его весь можно заменить кофе. В качестве специй я использовала вот такую готовую смесь специй для кофе. Теперь щедро наносим крем на корж.
ложим следующий корж и повторяем процедуру. Сначала пропитываем корж кофе, а затем промазываем кремом. Итак, собираем тортик. Верх и бока торта я также обмазала кремом. В таком виде отправила тортик в холодильник пропитаться и немного застыть. И теперь нам осталось только украсить, что называется, по-домашнему. Бока тортика я присыпала крошкой из обрезков верхнего коржа. А наверх, чтобы не заморачиваться, использовала обыкновенные шоколадные конфеты. Можно и печенье в шоколаде использовать. Пошло все в ход, все то симпатичное, что нашлось в вазочке с конфетами. Ну и чтобы оставшаяся часть тортика не выглядела пустой, наносим в произвольном порядке полоски из растопленного шоколада. Если это горький шоколад, а не молочный, к нему можно добавить немного густых сливок. Жирностью 33% у меня. В пропорции 2 к 1. Две части шоколада, одна сливок. И вот так наш торт преобразился. Дадим ему немного застыть, и можно звать всех к столу. И вот такое чудесное шоколадное лакомство у нас получилось. Нежнейший, влажный шоколадный бисквит, пропитанный шоколадным кремом и оттененный ноткой кофе со специями. Это действительно нереально вкусно. В общем, как всегда, если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!